Давайте. Резко надо. Ну, нет, булочка. Что-то кликли, нет? Так будешь, блядь, врага стрелять. Застрелят, блядь. Все? Все, так, приготовьте, сейчас бабах будет. Не пугайтесь. Да я. Так, смотрим. Молодец. В танк? Ты ему прям в крест. Молодец. Я видел, как это самое. Крест погнулся. У меня же руки что-то дрожат. Попал? Птичка упала. Ну, вот посмотрите, вот с того танка. Башню, башню вот снесло. Молодец. Ты его на фото... Потом пофотаем. Потом пофотаем. Сначала видео. Молодец. Кучно, кучно бьешь. Кучно. Конечно, он башни только так слетает с танков. Там уже все фашисты попадают. За наших! Бей по контре. За Родину, Сашка. За Родину, за Сталина. Ура! Молодец. Враг не пройдет. Победа. Так, теперь... Да... Так. Все. Дай-ка меня сфотографировать. Да, фотосессия. Ну-ка. Надо же так, чтобы... Так, кстати. Его. Да там макет, макет же можно взять, да, пофотографироваться, можно, да? Можно. Да. С макетом вот что-то. А, вот это. Типа я в поле. Да. И все танки, которые там стоят. Его работа. Его работа. Молодец. Вот так, победитель. Ну, конечно. Вот так, двумя руками над головой. Друзья, приезжайте, как и мы, если будете в Иркутске. Молодец. Да, может, нужны. Сейчас я буду с ТТ. По любасу. А, тебе автомат принесли, ты будешь. Ой. Лариса, давай. Сегодня расстреливай, дашь нам пострелять еще. Да у него 10 дней, а ты что? 10 патронов. Конечно, ты что, он 72, 71? Я ну, раз... Слушайте, упор, плечо, за барабан, влево-вправо не крутите. Да. Ну, заряжаем. Готовы? Он громко стреляет. Саня, ты на видео снимай тоже. Погоди, Ларис, погоди. Барабан. Погоди. Не торопись, видеозапись, дай-ка включу. Для Инстаграма, для Инстаграма. Так. Один. Молодец. Один точный, молодец. Отлично. Я больше не буду. Давай. Тот не... Отлично. Ой, а мне на голову что-то упало. Все, держи, теперь я стрелял. Отстрелялась. Не знаю. У меня уши заложило. А маски на воде-то. Саня, иди стреляй. Да, я стреляю. Хоть почувствуй что-то. Держи. Осторожно. Держи, Володь, как гиды-то с ним воевали. Все? Все? Хороший у тебя контрольный. Контрольный. Да. Я сам стреляй сам. Уже заряжен, что ли? Блин, да. Ой, Саша, а что у меня экран нет, темный? Саша, а что экран темный? Сами экран не темный, все. Угу. Саня, давай, мы тебя будем стебать. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Всех победил. Все враги попадали в обморок. Этот сдал, да, как его? Зачет. Круто. А, другой надо. Пойдем, я сюда. Вот долбит. ТТшник? Пипец. Пулемет для себя сфотографирую. Боря, иди сюда. Пулемет для меня. А я хочу, чтобы меня он успел. Сейчас подумаю.
Друзья, мы вам все показали. Сейчас у нас будет фотосессия, так что извините нас. Да. А если есть желание, приезжайте в музей на свалке и тоже постреляйте.